Ульяновцы продолжают развивать межрегиональную кооперацию. На этот раз бизнес-миссия прошла в столице республики Мари-Эл. На встрече с главой республики Юрием Зайцевым Алексей Русских отметил, регионы похожи по структуре промышленности. Поэтому наладить межрегиональную кооперацию – дело нетрудное. В первую очередь стороны намерены развивать машиностроение. В Йошкар-Оле сегодня работают десятки предприятий по металлообработке и инжинирингу. С Марийским машиностроительным заводом уже ведет переговоры ульяновская компания «Халтек». Нам есть что предложить, нам есть что и подчеркнуть. Уверен, что сегодняшняя наша такая вот работа, обмен бизнес-миссиями, она принесет большие положительные результаты для экономик обеих регионов. Еще одна наша компания из Димитровграда «Фарос Гигиена» будет составлять респираторы для испытаний на производстве другой компании ОКТБ «Кристалл». Министерство экономики двух субъектов подписали соглашение о сотрудничестве. В документе сказано о развитии межрегиональных кластеров машиностроения, электротехники и импортозамещения. У нас есть предприятия, которые используют то оборудование, которое выпускается именно в Ульяновске. В своем производственном цикле. Это уже такое начало, я считаю, что достаточно положительное. Вот мы лично с Алексеем Юрьевичем обсуждаем, мы с ним лично знакомы не первый день. Вот, и на вот этом, вот, наверное, таком базисе, я считаю, что будет плодотворно развиваться и отношения и между нашими промышленниками, бизнесменами, работниками IT-сферы. На круглом столе торгово-промышленных палат Мари-Эл и Ульяновска также подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны поддерживают идею расширения торгово-экономических связей между регионами. Это поможет предприятиям развивать деловые отношения. А строить новые кооперационные цепочки марийцы уже приедут с ответной бизнес-миссией в Ульяновск. Анна Тищенко, Юрий Конихин, Улправда ТВ.